Ну что ж, всем привет. Приехал я уже в Краславу. Сейчас поедем на техосмотр. Проходить моей коняшки техосмотр. Сейчас заехали на заправку, на варпу. Взяли попить водички. А то мне от кашля немножко сушит. Кашель не проходит. Ну вот, сделали мы, заменили ей рулевую рейку. Больше не течет. Руль крутится мягенько. Вот. Вот заправочка, соответственно. Вот. Ну и что ж. Сейчас едем на техосмотр. И снимаем все по возможности, как получится нам. Все, сейчас с заправки выезжаем. Тут буквально недалеко. Техосмотр. Сегодня 6 число. Завтра 7. И у меня заканчивается уже техосмотр. Завтра еще ездить могу, послезавтра уже не смогу ездить. Сейчас поедем хотя бы получить больничный. Если мы больничный получим, нам месяц еще можно будет кататься. Вот. Так что все, по возможности выдвигаемся. Еще темно, конечно. Может, еще и меня будет плохо видно. Вот. Ну, едем, едем. Проходить техосмотр. Авось повезет с первого раза. Ну вот, выезжаем с заправки. Тут буквально 100 метров до техосмотра. Даже меньше. Не знаю только со скольки работает. Может, ему еще рановато. Но сейчас посмотрим. Вот мы уже и приехали. Все, сейчас будем проходить техосмотр. Ну, по крайней мере, ждать, когда это можно будет делать. Ну, сейчас пойду посмотрю время. А хотя пойдемте вместе и посмотрим, со скольки они начинают работать. Со скольки же они начинают работать? Да. Ну, что у нас тут со временем? С 8:30. Они с 8:30 начинают работать. Так, сейчас мы посмотрим, сколько времени. Они еще только через 10 минут откроются. Ну что, ждем. Ждем. Оплачиваем и заезжаем. Ну и как раз пока у нас есть время на техосмотре. Вот. Пока у нас время есть, запрячем камеру в машине. Запрячу ее возле... Ну как запрячу? Поставлю просто возле заднего стекла, чтобы снимала салон. Ну и по возможности будет разговор все равно слышен. Все, сейчас прячем камеру. Ну что ж, сейчас поедем. Будем проходить техосмотр. Ждем своего номера. Пока мы устанавливали камеру, мне позвонили, и уже одна машина вперед меня проскочила. Ну ничего, будем вторыми.
Ну что ж, мы прошли техосмотр с первого раза. У-ху! Такой волнительный был момент. Сейчас мы отъедем, выберем камеру тогда. Ну вот мы и прошли техосмотр с первого раза. Люблю эти моменты. Люблю, когда проходим техосмотр с первого раза. За шестой я проходил. Если посмотреть старые видео, я прошел с первого раза. И с этой даже вот кто говорил многие, что старушка, гнилушка. А прошла она у меня техосмотр с первого раза. Все, вот новенькая наклеечка у нас. Все. Год можно ездить спокойно. Можно ездить, конечно, досматривать машинку. Но мы прошли техосмотр с первого раза. У-ху! Отлично, вообще супер, супер. Ну, и осталось теперь пройти техосмотр прицепу. Теперь подделаем прицеп, пройдем техосмотр прицепу. И мы на коне. Аж настроение поднялось офигенно, вообще на позитиве. Вот, так что... Все там костят краславский ЦСДД. Очень плохо пройти техосмотр, до всего придираются. Я считаю, что так и надо. Надо досматривать свою машину. Вы на ней езжаете. Вот. Ну, а там уже дело каждого. Досматривать или нет. Но я считаю, что нужно досматривать. Я вот тоже. Я поменял задние тормозные диски новые. И мне сейчас на техосмотре посоветовали поменять передние. Вот. Ну, я думаю, что передние мы тоже заменим. Передние, по-моему, даже они ничуть не дороже задних. Заменим передние диски. Подделаем еще ее. Там есть моменты, надо подварить. Подварим ее. Подкрасим хотя бы шубой низа. Обязательно низ надо пройти шубой или мастикой какой. Классная машина. Мне она нравится. По деньгам она недорогая. Техосмотр мне сейчас обошелся с дорожным налогом и техосмотром, короче, 113 евро. Вот. Ну и все, год можно ездить спокойно. Ну вот все, выдвигаемся на работу. Работать. Не то мне уже звонили, надо на работу ехать. Все отлично, все, выезжаем. Ну вот мы уже и с работы едем, заехали в магазин. Так красиво, елочка моргает. Это поселок Скайста. Вот, взяли мы батона домой.
и я разгребся со своими проблемами. Блин, аж на душе так хорошо, радостно сейчас, позитив такой. Машину сделал, техосмотр прошел, на работе трактор сделал, все хорошо работает. Уже испытал, поработал на нем, все отлично. Все проблемы одним махом. Как пришли, так и ушли. Вот это мне очень нравится, это кайф. Аж на душе такое облегчение, и намного себя аж бодрее чувствуешь сразу. А не то так все угнетало, а теперь все на позитиве. Так что все классно, все супер. Спасибо за комментарии, конечно же, за поддержку. Очень все это радует, очень-очень укрепляет, можно сказать. Вот. Так что разгребся я со своими проблемами. Остались только так жизненные необходимые проблемы. За них уже там переживать особо нечего. Все это поправимо, все это делается. Так что. А, ой, сейчас как раз заеду еще на пилораму, узнаю насчет досок. Так что. Всем пока, всем добра и счастья, и до следующего видео.